Тележурнал «Женская среда» и студия красоты «Стилиссимо» готовятся к Хэллоуину. На этот раз героинями нашей программы стали две подруги, две Светланы, которые просто обожают этот праздник. Каждый год они готовят что-нибудь новенькое и интересное. В этом году они решили обратиться к профессионалам. Светы дружат 23 года из своих 26, то есть практически с самого рождения. Больше всего любят устраивать праздники для себя и для друзей. Сами придумывают темы, костюмы и сценарии. В общем, с ними скучать не приходится. На этот Хэллоуин подруги решили преобразиться по-особенному. Костюмы Светы выбрали. Одна уже по многолетней традиции перевоплотиться в ведьму, вторая в этом году решила немного побыть русалкой. Стилисты восприняли эту идею на ура и с энтузиазмом принялись за создание образов к самому жуткому празднику в году. Мне очень понравилось мое перевоплощение, было очень неожиданно. Стилисты творчески подошли к созданию образа русалки. Обязательно возьму на заметку к предстоящему празднику. В жизни вообще я очень нежно и естественно крашусь, и поэтому такие кардинальные изменения хотя бы раз в году, я считаю, это очень здорово, очень необычно. И это отличная возможность примерить на себя различные яркие образы. Каждый год я выбираю именно образ ведьмы. В этом году, пожалуй, он удался лучше всего. Огромное спасибо стилистам и всем, кто работал над моим образом. Теперь, пожалуй, до вечера я буду дома дожидаться мужа в таком образе. Стать героиней нашей программы может каждый из вас. Для этого достаточно оставить заявку на нашем сайте tvtambov.ru или позвонить нам по номеру 56 46 49.